теперь на улицу Ленина у нас идет 100 миллионов. Это на первый этап сокращенного с улицы Исымбаева до Губаревича. И второй этап с улицы Губаревича до улицы Красной Крещения, это идет второй этап, это 92 миллиона. То есть на улицу Ленина вот, в размере 192. Та протяженность, которую я сказал, от Исымбаева до Красной. Так, ой, до Бендера до Красной. По деньгам 60, 40, 90. Нет, не так. 192. 192. Это сколько нужно? А по факту, я же говорю, ну, тут процедурные моменты, когда мы должны сейчас понятие лимита, вот мы должны бюджет себе лимитами посадить, чтобы начать процедуры аукционные. Ну, в общем, мы имеем задачу, нужно 192 миллиона. 192 на Ленина. 60, 40, 90. Лимитами на данный момент имеем только 40. Потому что 92 мы должны провести с Минстроем процедуру, там по 92 миллиона федеральных. И, соответственно, на остальные 60 тоже лимитами должны с Минфином сейчас решить вопрос. Ну это деталь. Получается, за 192 имеем только 40. Нормально. Но по соглашению с Росавтодором есть целевые показатели. Мы должны достичь на эти 92 миллиона 22 километра. А мы имеем только 5,5. Здесь. Значит, половину надо вернуть. Я не вижу. В следующем году это может повлиять на выделение субсидий в следующем году. Это проблема. И проблема, я вижу, есть, конечно, выход технологии заложенной на сегодняшний день. Можно сделать упрощенно, так как мы сделали на республиканской дороге. То есть там километр сколько? 4 миллиона, ну, примерно. А вот по вашей технологии улица Ленина только стоит 40. Примерно. Ну там даже не в технологии разница, потому что там мы делали одним слоем. Мы уже это обсуждали. Ну это технология. Но принципиально. И вот получается, что на республиканских дорогах мы сделали ремонт, выдержала зиму, приезжали сколько? Даже не ремонт это вы имеете в виду ямочный ремонт? Или усиленный ремонт. Усиление покрытия. Да. Не замены. На основном усиление покрытия. Приезжали три проверки, Росавтодор, Азов, Каспий, Народный фронт. Все проверили, ну, написали замечания. Есть, конечно, недоделки, устраняем. Но все нормально. Зиму выстроили. И я считаю, это достаточно на дорогой город. Тем более, что на дорогой города основание нормально. Это только верхний слой уже изношен. Госэкспертизу трассы кто делает? Наш Арт-Гос-Надзор. Когда вы должны получить заключение? В среду. Просто я бордюрую, есть по трассе? Нет. Ну, то есть там немножко нельзя сравнивать дорогу, которую мы делаем на трассе, и дорогу, которую мы делаем в городе. Хорошо, у меня есть предложение тогда дождаться заключения госэкспертизы. Это вот пока предварительное решение. Ну, госэкспертиза, она проверит проект. Вот проект эту схему технологию скажет нормально. Но по деньгам он может не вложиться. Ну я говорю, мы тогда уже комплексно подойдем к обсуждению этого вопроса. Хорошо?